Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Farming Simulator. И мы наконец добрались до уборки картошки. Поле с кукурузой благополучно засеяно. Поле с чем там, с бобами, благополучно убрано. Поле пока с ничем, благополучно спахано. Итак. Я отвез прицеп с бобами один на продажу, что жуткие минуса ушли на зарплату. Там, как ни странно, получили 35 евро за некую аренду, ну, прибыль с недвижимости. Все недвижимости у меня вот тут вот бачок с семенами. А, и зарядное устройство для пылесоса. Вся недвижимость, тем не менее, с этого мы получили 35 баксов. Я думаю, там кто-то сотовый телефон заряжает с того пылесоса. Так, а что мы тут можем? Мы тут можем. Ой, блин, мы сейчас сможем. Выбрать семена, да. Выберем семена пшеницы, я думаю. Я думаю, это... Нет, это пшеница, а рожь как раз мохнатая будет. Давайте заполним все, что можно, что нельзя. Там еще палеты есть. Ну ладно. Так, закроем крышку. Что все время открыто оставлю? Сейчас, наверное, сеять начнем опять через топлив. Но с этим орлом все просто. Он сеет, он же удобряет. У него все хорошо. Вперед. Все, процесс пошел. А, ты еще понадобишься. Комбайн не нужен. Ну что, погнали. А, в качестве первой попытки, я думаю, мы попробуем обновленный наш косплей. Вдруг он сможет. Веловато идет. Тут все скосили, я дождался, чтобы все дозрел, то что тут глючило. Так. Итак. Разворачиваем. Сейчас сдадим назад немножко. Ну что ж, косплей, не подведи. Разные полевые работы. Вот выравниваем, интересно. А, это, наверное, вытаптывание полей. Так. Ну что. Ой, как все это странно. Поле 14. Не верю, нифига не верю. 14. Ширина автоматом. 1,60 м. Стартовый угол. Юго-восток. На запад. Да-дам. Готово. Далее. Сдвиг. Сдвиг нужен. Внутренний разворот. Радиус разворот. Все это. Не внутренний разворот, нифига. Сдвиг, сдвиг, сдвиг. Где сдвиг? Тут. Смещение центра. Допустим, влево на метр. Там посмотрим. Стартовые точки. Запуск. Сейчас мы все про него узнаем. Он подъехал, он встал. Нет, он не встал. Опять та же фигатень. Ой, он еще и вытаптывает. Прервать. Или он собирает? Он собирает? Так, еще раз.
В нем появилась картошка. Он собирает. Не очень хорошо, но собирает. Так, он идет у нас не по краю. Но это уже лучше. То есть новый курс плей может. Давайте влево еще. Вот так чуть-чуть. Ты смещаешься, кстати? Так. А еще. 2 метра. Пошло влево. Пошел влево. Все, красота. 2 метра я, возможно, переборщил. Все, великолепно. Он идет. То есть надо было просто дождаться новой версии после. Ой-ой-ой, ты куда поехал? Обалдеть. Объедешь? И застрянешь. Объехал. Он смог. Так, смотрим, как его симметричность, несимметричность влияет. Да, никак не влияет, все хорошо. Хотя 2 метра я, пожалуй, переборщил. Давайте 1,80 м. Да? Метр 7. Вот. Великолепно. Он работает. А это значит, что мы можем все автоматизировать. Ну что, это победа. Курсплей допилили. Но тут у нас не ровно. Сейчас со следующей посмотрим. Надо вот это смещение отрегулировать. А можно попробовать через GPS его, кстати, посмотреть. Ты куда поехал, зараза? Сейчас сеять будем. Поехал. Может включить ему внутренний разворот? Давайте включим. Что-то мне вот это его виражу. Совершенно не нравится. Здесь. Здесь. Да. Внутренний разворот. Потому что такие пируэты. Где-то еще радиус поворота у него был. Арт 15 метров. Ну, может и 15. Ладно, сейчас еще одну смотрим. Его. Пробежку. Так, лишнего не оставляет. Подбор идет, ну, прям вот в краешек. Вот 3 полосочки он собирает. Ну, мне все нравится. Так примерно эта конструкция должна работать. Не ожидал я немножко, что получится. Курсплей исправлен, все хорошо. Я тебя похвалил, ты это, куда? Внутренний разворот. Ну, только еще потопчи картошку. Не, не топчет, все хорошо. И... еще сейчас задним ходом сдавать будешь? Ну, это, в общем, высшее мастерство, я бы сказал. Суровый дядька, он даже назад не смотрит. Он сдает назад с этой здоровой хренью, назад не смотрит. Эй, а вот сейчас ты у нас промахнешься. Да, ну ладно, не страшно. Чуть-чуть грядки ушло. Так, великолепно. Да, на это поле он еще не раз заедет. Давайте пока притормозим. Спасибо вам.
развернем и подождем. Хотя прогноз погоды нам обещает какой-то снег. И, по-моему, когда снег, они не могут убирать. Но, надеюсь, я успею убрать до этого. Так. А что ты у нас будешь творить сейчас? Внутренний разворот, конечно, суровая штука. Посев, по идее, должен вытаптываться просто напрочь. Но внешне у него очень большой радиус. Поэтому, увы, придется с этим мириться. Так, чуть ли не до середины поля доезжает и оттуда сдает. Сейчас посмотрим, за сколько он, насколько он выйдет за край поля, я думаю, не особо. А здесь он в эту сторону сдвинул. Немножко ему мешает, конечно. Но там этот лес, камни, он не сможет развернуться. Первый раз он через лес прошел, а сейчас не сможет. А вообще можно было ему задать по периметру поля проехать. Территорию себе освободить. Ну ладно. Так, однако у нас сейчас уже будет пора. Так. Итак. Звонись. Тоже, возможно, камень преткновения, но... Где мы будем ждать? Ждать мы будем где-то здесь. Нет, не здесь. Отсюда мы будем уезжать. Так, начинаем запись. Ох, вот дергание, ну ладно. Вот как-то так. Бункер для хранения картофеля у нас нет. Поэтому картофель мы сейчас будем нагло сваливать тут под навесом. Даже не то, чтобы особо под навесом. Под навесом с этим прицепом не заеду. Я попробую одну штуку, которая есть в косплее. Вот. Точка разгрузки. И может быть она сработает. Если нет, придется пытаться повернуть это вручную. Так, сторону разгрузки мы сменим на дверь влево. Влево, да. Вот. Как-то оно будет так. Ну и там же у нас и завершение маршрута. Стоп. Сохраним это как 14. Ага, опять по-русски. Да, бункера нет. А, пофиг, бункер. Так, это у нас паровоз с комбайнами. Комбайн. Потерь комбайнов у нас целых два. СЕ. Ну, видимо, ты СЕ. Зловящие точки. Ищу комбайн, да. Ищи комбайн, нашел комбайн. Побежал с комбайном. Вот еще в обрыв выйдете. Хреник с этими обрывами. Куда пошел? Давай крутись. А, можно им радиус попробовать уменьшить, но он это... Картофель или копалку уйти развернемся. И застрял. Прекрасно. Прерывать. Продолжить.
Как-то он перестарался, уткнулся слишком в нее. С большого радиуса. Слишком близко попытался подъехать. Все, процесс пошел. Копалка сдала назад. Ну вот, они взаимодействуют. Идиллия. Ближе дальше двигать не буду. В принципе, все у них хорошо сейчас. Отлично, заработало. Я ждал, мне вручную придется. Как ты ломанулся-то? Так. Пошел. Вот тебя колбасит-то. Ты без прицепа виноват. Не справляется с маленьким трактором. Так, сейчас его опять, наверное, крутанет на повороте. Полога. Тут все хорошо. Осталось ему выгрузить. Умудриться. Вот мы едем. Вот мы крадемся. Чего он подкрадывается? А, там по записи, наверное. Ну. И хрен поселишь. Морг, да. Вот он по прицепу эту точку определяет. Ну ладно, вот такая-то у нас будет. Кучка картошки. Ну куда-нибудь мы ее приходим потом. Так, тут он опять крадется. А что у нас со скоростью-то? Настройкам. Что-то он тут размышляет. Так, картофелеуборочка у нас пошла. Так, все, на поле мы не заезжаем. То есть все у нас хорошо. Продолжай, товарищ. Сей, разумная, добрая, вечная. Кто ждет? Нравится мне этот картофельный свекольный комбайн, и здоровый, и страшный. И сложные. А я думаю, я здесь опять картошку посажу. Чтобы машина не простаивала. А там с той кучей картошки надо будет, да, что-то думать. А, видимо, когда мы свинтусов заведем, я им отвезу сколько можно, остальное продам. А, сменю прицеп на полуприцеп, чтобы можно было туда назад заезжать. Ну, собственно, все, и будем угрожать. Прямо под этот под навес туда далеко. Не знаю, почему они не сделали бункер. Но бункера у нас нету. Куда можно было бы сложить картошку. На этой картине. Не знаю, как на других. Со специализированными бункерами, наверное, беда. А под картошку, кстати, можно отвезти наше кукурузное поле. 24-е. Там много свободного места. Давайте-то осмотаемся, может. Поглядим. Не? Никак. Ну давайте сюда. Посетить. Вот наше кукурузное поле. В эту сторону разворачиваться можно черти до туда по дороге. Так, бегом.
бегом, бегом, бегом. А в эту сторону не так все радужно. Да? А, не, красота, тут вообще пусто. Тут, по-моему, железная дорога. Нет, тут простая дорога. Все, вот, вот наше картофельное поле будущее. Вот оно. Упс. Это было неожиданно. Давай разворачивайся. Чудище. Что у нас тут? Завершение близко. Давайте посмотрим еще, как она так со вторым заходом так еще справится. Мне кажется, она через кучу полезет. И будет там пыхтеть во всем. А еще мне кажется, что это количество картошки нам нафиг не нужно. И можно сразу наладить продажу. 223 Marple Field. Вот. Давайте мы, наверное, туда загоним. Деньги нам нужны. Да. Ну, давайте сейчас еще один заход туда. А потом прям продажу наладим и все. И не будем морочиться. Два по 8. 16 тонн. 16 тысяч литров. Не знаю, как продажа измеряется. Странное измерение. Я думаю, это будет достаточно. Сейчас он как раз закончит. Добьет. А остальное на продажу, потому что с 1000 это не серийно. Да даже сейчас вот сутки эти пройдут, которые сейчас начались. И даже на зарплату трактористам не хватит, а еще нам семена заправлять. Наличные нужны. А быстрее заполнять. Заполняйся. В 15-м симуляторе, там на одной из последних карт, в которой я играл, то еще 17-й вышел, я на картофельном поле даже, как Тектрон, по-моему, называется, комбайн огромный, я его даже не купил. Он, у меня так вот, такая вот картофель собиралка, так и работала там. Ну, на тот момент косплей для 15-го фарминг симулятора был уже вырезан, лучше некуда. И, соответственно, там проблем вообще не было. Хорошо работает. Если бы он еще смещение учитывал, когда разворачивается. Но на внешнем развороте он его учитывает. Так что все хорошо. Но опять на ту сторону поля попадает. Комбайн. Ой, комбайн. Трактор. Давай, езжай. Тракторист сидит. Все, сейчас он эту штуку позовет. Ищет комбайн для работы. Не комбайн ищет, а поезжай. Ну. Зависи. Так, комбайн, видимо, вышел из активного режима. Эта штука выключилась. Он уже не ищет там, да. А мне там, по-моему, стоит сколько процентов-то? 90, нормально все. Загрузка. А, при 80, то есть он давно уже должен был. 90 поставим. Он уже давно должен был поехать. Ну, возможно, он ждет, чтобы не ездить по картошке, хотя в прошлый раз он по ней прекрасно катался. Ну ладно. Сейчас комбайн включится. Да, и он поехал.
во время разворота ему комбайн не является комбайном. Так на поле не ходи, да? Тут уже победа близка. Так, ждет, заполнился. Значит, поставлю тебя все-таки на 85. Ну, давай, 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 грузись. Я думаю, он целиком заполнится, да? В комбайне, по-моему, умещается больше, чем эта штука. Ты куда пошел? А, все, это, конечно, на ходу будет заполняться. Точно полный будет. Тут бункер, не помню на сколько, но на больше. Ну, прикольно, часть картошки лежит, изображение. А часть под ней едет. Да, даже не весь бункер выглядит. То есть гораздо раньше можно заполняться. 75. Что ж тебя тут так? Такой вираж здесь удачи. Доходяжный трактор. Ну, сейчас мы узнаем, как он засыпает в кучу. И вот эта кучка у нас для свинки. А ковша у нас универсального нет. Тоже надо будет купить, чтобы можно было накапывать. Хотя чем-то я тут демонстрировал уже, когда записывал, как курсплеем пользоваться. Ну-ка. Ну вот как-то так вот оно работает. Большая безобразная куча. Прерывать. Убрать. Так. Запишем курс. Ай! Это этого трактора испугался. Очень резкий зеленый трактор, конечно. Чуть руль дернешь, сел. Паники. Стой, 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 не видно. Так. Начать запись. Так, вот сходу. Ну, этот курс такой временный. Потому что картошка, как мы выяснили, она здесь не будет расти. Поэтому я так немножко спустя рукава проложу. Обзову как временку 1.1.1. И сойдет. На время. А уже с того поля буду нормально прокладывать. Видимо, оттуда курсы будут даже не в хранилище, я думаю, оттуда курсы будут сразу на продажу и сразу в свиньях. Хотя, конечно, неплохо где-то склад иметь картошки. Дожидаться там повышенных спросов и так далее. Ну, как притык к столбам покажу. Деревья все эти, потом она будет спилить и вывести. Так, ну и, собственно, с ближайшей точки, с ближайшей точки. Ну, я думаю, продаст, ничего страшного. Комбайн, да. Запустить. Ищет комбайн для работы. Все, прекрасно. Вроде все сделали. Ну что, на этом я тогда с вами прощаюсь. До новых встреч.